Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном брифинге. Снова мы с самого утра, по возможности, конечно же, стараемся разобрать основные события минувшего торгового дня, как они отработали, как они повлияли на финансовую, на динамику финансовых инструментов и, конечно же, наши торговые позиции. Повторяю, что основной акцент, который мы делаем на активы, это трейды среднедолгосрочного характера, ну, в основном даже долгосрок. Соответственно, в центре внимания, друзья, сегодняшнего дня у нас два выступления. Во-первых, это выступление Терезы Мэй. К сожалению, по времени вас сейчас не сориентирую, даже в экономических календарях еще неизвестно. Допускаю, что может оно пройти по московскому времени совсем поздно, но следите, в общем, за экономическими календарями, в том числе и на нашем сайте, чтобы быть в курсе. Как только время будет известно, конечно же, оно будет там отображено. Помимо выступления Терезы Мэй, сегодня выступление также Джерома Пауэлла, который возглавляет американский регулятор в Конгрессе. Вчера я вас немного подготовил к тому, что мы можем услышать от руководителя ключевого центрального банка мира. Это в целом, уверен и снова повторяюсь, оценка глобальных рисков и то, как в связи с этим будет вынужден действовать американский регулятор. В отношении пары доллар-иена у нас локально сейчас есть новый триггер. Мы о нем сегодня, безусловно, поговорим, когда перейдем непосредственно на разбор полетов по этой валютной паре. Из других отчетов, собственно, сегодня выделить и нечего. Статистики будет хватать на этой неделе, но чуть позже. Сегодня давайте послушаем за выступлениями двух видных фигур, самых настоящие манипуляторы финансовыми рынками, и в связи с этим уже будем строить наши торговые позиции. Начнем, друзья, давайте с нефтянки. Пока что идет снижение 64.79, мы ушли ниже нашей первой цели, ни в коем случае не расстраивайтесь. В частности, если вы уже в какой-то мере познакомились с содержанием новостных сводок, то можете точно сказать, что вчерашнее снижение всего рынка черного золота – это твиты Трампа, который снова обрушился с критикой на ОПЕК, считая, что обвиняя их в манипулировании ценами и, собственно, стимулировании их необоснованного роста. В частности, наверное, сейчас голословным уже станет твит Трампа о том, что он предложил ОПЕК расслабиться. Очень интересная фигура Трамп. Конечно же, такие комментарии лишь доказывают уже постфактум влияние на рынок, что Трамп оказывает воздействие самое прямое. Мы даже уже соскучились по тому, как он двигает котировки нефти. Но вчера убедились в том, что по-прежнему он сохраняет за собой статус вот такого человеческого, скажем, манипулятора. Что касается рынка нефти, друзья, повторюсь и сделаю, скажем, даже чуть больше акцент, нежели чем всегда. Не нужно сейчас отказываться от длинных позиций в расчете на то, что нефть показала, по-моему, даже крупнейшее однодневное снижение, теперь пойдет ниже, только потому, что Трамп вот снова выразил свое несогласие с теми действиями, которые сейчас демонстрируют страны ближневосточного картеля. Рынок нефти достигнет того уровня, который мы обозначали, приблизится к планке в 70. Я не буду ручаться, что точно будет сделано это психологическое сопротивление, но уверен, то, что 68-69 мы, конечно же, пощупаем. И уверенности в том, что этот уровень будет достигнут, мне добавляет тот факт, что решение, опять же, Трампа, я думаю, что можно говорить уже как действительное, фактическое продлить действие торгового перемирия между США и Китаем, это позитивный фактор для сырьевых инструментов, потому что вера Трампа в том, что выиграв немножко времени, в конце концов, удастся договориться с Си Цзиньпином, лидером, собственно, Китая, и это разрешит одну из основных проблем именно страхов за глобальный экономический рост и за торговые войны между ведущими экономиками мира. Это позитивный момент для рынка нефти, потому что если этот риск с рынка действительно удастся убрать, тогда все поверят в
то, что мировая экономика сможет оклематься, рост последующий уже потребует и повлечет за собой больше аппетита, скажем, на сырье. И это в долгосрочной перспективе еще больше поддержит рынок нефти. В общем, этот позитив, друзья, на мой взгляд, куда более значимый, чем негатив в виде твита Трампа. И почему-то этот позитив пока рынком не был отработан. Я думаю, что это небольшой временной лаг, инициатива все-таки снова перейдет к покупателям. И мы продолжим следить вообще за событиями на финансовых рынках. Вчера я детально вам объяснил, что может быть сейчас локальным топливом для рынка нефти, почему это позитивное, скажем, положительное новостное влияние пересиливает негатив от роста нефтедобычи. Об этом тоже мы говорили вчера. Надеюсь, что какой-то из этих аргументов был для вас убедительным. В общем, лично я ни в коем случае не разворачиваюсь. Я сохраняю длинные позиции и советую вам делать то же самое. Рубль 65.50. 65 – это такой психологический рубеж. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у рубля появился повод оказаться ниже. Сейчас с учетом цен на нефть, конечно же, мы ждем давления на рубль. Сегодня с открытия торгов на МВБ это обязательно будет дисконтировано. Снижение нефти в курсе рубля и приведет к тому, что он потеряет против своих основных конкурентов. Как минимум, с учетом уже текущих цен на нефть, я ожидаю цены повыше. Котировки по паре доллар-рубль там в районе 66-67. Ну а в целом, друзья, мы ждем, конечно же, нового витка санкций со стороны США. Я думаю, то, что законодатели очень скоро, американские законодатели, вернутся к этой теме. Важно, чтобы в этот момент вы были в верном направлении, находились в правильных сделках и все-таки были такими реалистами, оценивающими объективно тот фон, который складывается. Дальше идем. Фунт против доллара 1.3134. Сразу хочу предложить вам сделку. Sell limit с уровня 1.3180. Эта сделка основана на том, что я рекомендую вам поторговать сегодняшней волатильностью этой валютной пары, потому что мы сегодня послушаем May. Напомню, что вчерашний рост, благодаря которому, собственно, котировки достигли текущих уровней, он основан на так называемых ощущениях Терезы May, что ей удастся найти общий язык с палатой общин до 27 марта. Такое ощущение, что Тереза May на приеме у доктора говорит об ощущениях, хотя мы знаем, что в целом фундамент ничуть не изменился. Против ее соглашения, которое она ранее обсуждала с Европейским Союзом, выступают фактически все в оппозиции, и я позволю себе сказать, даже приличная часть, может быть, даже половина среди ее однопартийцев. Ничего не меняется. То, что могло бы лечь в основу изменения позиции Палаты общин, какие-то договоренности, либо какие-то новаторства, изменения в контексте бэкстопа, этого нету, потому что Европейский Союз что месяц назад, что два, давал понять, что соглашение больше не будет претерпевать никаких изменений. Соответственно, друзья, я лично не понимаю, почему сейчас участники рынка так активно кидаются в фунт, почему его покупают, но могу предположить, что, скорее всего, верят то, что если Тереза May сможет убедить палату общин, правительство и Европейский Союз продлить действие и инициирование вот этой 50-й статьи выхода Англии из состава Европейского Союза после 29 марта, то это время будет снова использовано для того, чтобы попробовать договориться. Я снова делаю акцент, что здесь уже пора выбирать для себя конкретную сторону. Верите ли вы в эти сказки, верите ли вы в мягкий Brexit, либо вы все-таки разделяете позицию того, что Brexit будет жестким. Я сторонник, скажем, второго лагеря трейдеров, поэтому сегодня я предлагаю поймать рост британца, потому что, скорее всего, вряд ли мы увидим резкое ослабление инструмента, а потом уже открывать позицию с уровня 1.3180 и ждать последующего снижения. Доллар иена, хай вчерашнего дня 111.22. Рост доллара пришелся на новостные комментарии Трампа о том, что он приветствует тот прогресс, который был достигнут в переговорах с делегацией из Китая. То есть это очередной раунд переговоров. Вы помните, сначала 2 недели назад они прошли в Пекине, потом в Вашингтоне. И вот резюме Трампа, мы ждали его,
оно пришло несколько с опозданием. Ну, в данном случае резюме, которое, наверное, стоило было подождать, особенно оптимистам, потому что Трамп признал, что прогресс действительно очевиден. И на основании этого прогресса, на основании того, что переговорщики из Китая, точнее даже Китай в целом, явно идет навстречу, он не видит причин, чтобы смывать, скажем, весь этот прогресс, который совместно удалось достигнуть, и устанавливать тарифы, тем самым снова возвращая на рынок ту угрозу, о которой я говорил, угроза развязывания торговой войны. Поэтому 1 марта – это не дата, когда вступят в силу новые импортные пошлины в отношении китайских товаров, подняты будут в 2,5 раза. Эта дата гибкая, и Трамп фактически признал, что она будет подвинута, может быть, даже на месяц. Друзья, я думаю, что в марте, когда пройдет официальная встреча Трампа и Си Цзиньпиня, возможно, эта встреча будет приурочена, опять же, с учетом вероятного позитива к подписанию торгового соглашения. Но это чрезмерный позитив, я лишь предлагаю использовать его, чтобы объяснить вчерашний рост доллара, но особо в него пока не верю, потому что настроения Трампа могут очень быстро меняться. Соответственно, почему доллар снижается сейчас? Да потому что на рынке снова вернулись разговоры о рецессии американской экономики, которая может наступить уже в 2020 году. В частности, даже если в тарифной политике штатов более ничего не поменяется, текущих агрессивных действий в плане протекционизма Трампа будет достаточно, чтобы снизить темп экономического роста в этом году на 25 базисных пунктов. Это одни трейдеры считают. Другие эксперты полагают, что экономика просядет в этом году на 0,5%. Есть те, кто считает, что экономика потеряет 1%. Доходности американских облигаций, друзья, плоская, кривая доходности краткосрочных бумаг и долгосрочных продолжают сигнализировать о том, что сейчас не самые лучшие времена, и мы пока не имеем права отказываться от риска экономической рецессии. Поэтому по доллару иене, друзья, я предлагаю сделку sell stop с уровня 110.60. Поскольку вчера появилась информация о том, что есть предпосылки подписания торгового соглашения, как вы понимаете, США и Китай главным бенефициаром вот этого позитива выступили страны, которые активно вовлечены в торговлю с Китаем. Это Австралия и Новая Зеландия. В моменте мы видели рост этих инструментов, однако сейчас от него уже почти ничего не осталось. Видимо, на рынке вернулись старые добрые идеи и желание трейдеров отыграть мягкую экономическую политику Резервного банка Австралии и тех рисков, которые были связаны с поставками угля, собственно, из австралийской экономики. Об этом я также говорил. Имейте в виду, что австралиец – это точно не валюта, которую нужно покупать. Это вообще аутсайдер. И здесь нужно ждать ее в районе 0.70. Для тех, кто еще не торговал, сделка, друзья, селл-стоп с уровня 0.7140. Евро против доллара. Текущие котировки 1.1348. Я предлагаю продавать пару поближе к сопротивлению 1.14. Негатива достаточно. Причин, почему евро можно скидывать, достаточно не только в статистике, но и в риторике представителей Европейского центрального банка, скажем, представителей всех европейских денежных властей. Но нету, мало шансов у евро сейчас вырасти, только если что-то произойдет с долларом. Но в конце концов все равно придется вернуться к национальному фундаменту европейскому. Все равно придется упереться в следующее заседание, пресс-конференцию Драги, где мы неизбежно услышим и поймем, наконец-таки, очевидно, что Европейский центральный банк ничего не сделает с мягкой экономической политикой, а если и сделает, то лишь увеличит, скажем, инструменты вот этого стимулирования. Поэтому, друзья, по евро мы сохраняем медвежий прогноз. Продавать можно хоть сейчас. Ну, для тех, кто привык использовать лучшие уровни с рынка, я думаю, что можно подождать потенциального роста там в районе 1.14 и уже открывать продажи оттуда. Доллар канадец 1.3220 сейчас котировки. Слабость нефти, безусловно, привела к ослаблению канадца, то есть доллар против канадского доллара выиграл, пара находится в восходящем ключе, но я не уверен, что эта восходящая динамика будет продолжена дальше, поэтому если вас интересует эта валютная пара, то ее рекомендую также осматривать только с точки зрения продаж, потому что нефтянка, как я уже отметил в начале брифинга, развернется не сегодня, то, наверное,
завтра. И рост цен на нефть снова будет определяющим для того, что происходит с канадцем. Но мое традиционное напутствие и лирическое отступление. Лично я канадцем не торгую, анализирую его только для вас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.